Дорогие друзья, дорогие коллеги, подходы к профессиональному медицинскому образованию в последнее время меняются. Врачам, которые работают, которые активно оперируют на местах, трудно найти там месяц времени, чтобы сидеть и слушать какие-то студенческие истины на обучающих курсах. И тем более, что половина из этих истин они прекрасно знают. Каждый хирург хочет освоить какую-то одну конкретную операцию, разобрать какую-то хирургическую или лечебную проблему, в которой он еще по ощущениям не силен. Будущее за очень короткими, интенсивными курсами, посвященными одной какой-то проблеме, одной операции, одному диагнозу, одному хирургическому подходу. Курс, в котором мы можем дать курсантам современные теоретические основы и показать живую хирургию. И самое главное, дать курсанту возможность поработать руками. Это вот тот самый настоящий хирургический тренинг с использованием тренажеров, с использованием кадаврного материала. Это то, что действительно повысит профессионализм хирурга. Мы у себя на кафедре ЦГМА, управления делами президента, запланировали несколько таких курсов по разным направлениям. Вот недавно мы провели обучающий интенсивный курс по кохлеарной имплантации с профессором Пашковым. Следующий курс, который провели наши лидеры в эндоскопической хирургии, Ксения Эльдаровна Клименко, которая имеет огромный опыт хирургии основания черепа, хирургии лобной пазухи, и Степан Евгеньевич Кудряшов, который является, наверное, сегодня одним из самых опытных тренеров начинающих хирургов на различных тренажерах. Вот они, объединившись, провели прекрасный курс по эндоскопической риносинусохирургии с помощью наших партнеров из компании Шторц, которые предоставили замечательную площадку у себя в тренинг-центре. Дальше в наших планах курсы по пластическому закрытию перфорации перегородки носа, по функциональной ринопластике, по диагностической хирургии верхних дыхательных путей, ну и по многим-многим разделам ринологии, ринохирургии. То есть там, где нам есть что сказать, там, где у нас есть лидеры, мы будем делать интенсивные авторские курсы. Уважаемые коллеги, мы проводим курс уже на базе учебного центра «Клаус Шторц», который нам любезно предоставил свою площадку. И мы имеем возможность провести полноценный обучающий курс по эндоскопической хирургии полости носа и околоносовых пазух. Наш курс рассчитан на отоларингологов и начинающих, и тех, кто постоянно применяет в своей практике эндоскопическую хирургию, и направлен на то, чтобы врачи могли научиться работать с эндоскопом, делать правильные шаги во время операции и усовершенствовать свои навыки, чтобы довести свою эндоскопическую хирургию до максимального уровня. Дело в том, что лор-врач учится постепенно, как и врач любой профессии. Мы постигаем эндоскопическую хирургию самых простых шагов, таких как операция на верхнечелюстных пазухах, и постепенно увеличиваем сложность своих вмешательств, переходя к верхнечелюстным, решетчатым, клиновидным, наконец, лобным пазухам, которые представляют самую большую сложность даже для опытных хирургов. И далее объединяем свои усилия со специалистами смежных областей, как нейрохирурги, офтальмологи, и имеем возможность уже проводить расширенную хирургию. Всем этим принципам мы обучаем на нашем курсе. Он имеет классическую структуру, очень подробный лекционный день, где мы четко раскладываем по полочкам, как начинать оперировать, какие инструменты использовать, какие должны быть правильные техники вмешательства. Разбираем ошибки эндоскопических хирургов. К сожалению, они встречаются часто, и мы постоянно их исправляем. Также мы переходим к более сложным вмешательствам и рассказываем о хирургии лобной пазухи. Весь материал, который мы преподаем на лекционном дне, мы уже демонстрируем в операционной. И стараемся показать различные случаи. И в этот раз мы показали эндоскопическую хирургию верхней челюстной пазухи, и полисинусотомию при полипозном синусите,
и даже удалили опухоль доброкачественной злобной пазухи с применением расширенной техники. Наши курсанты, а у нас мини-группы, и это очень важно, чтобы мы могли практически индивидуально подходить к каждому, смогли присутствовать на этой операции, задавать вопросы и максимально впитать материал. И мы отрабатываем навыки, используя симуляционные технологии. В данном случае это голова барана и различные симуляторы. Цель симуляционного дня – это поставить руку, да, научиться правильно вводить инструмент в полость носа и использовать техники удаления ткани, как мы обычно это используем в операционной. Мы приглашаем челюстно-лицевых хирургов, которые вмешиваются в верхнюю челюстную пазуху, да, и также должны использовать современные технологии, а это эндоскопическая хирургия. Успешно состоялся первый курс по эндоскопической рено-синусохирургии, который провели совместно с Ксельдарной и Клименко. К нам приехали врачи из разных регионов нашей страны, и из Благовещенска, и из Калининграда, и местные жители, а также и зарубежные посетители из Харькова. Курс был интенсивным, включал и лекционный материал от основ анатомии, предоперационной оценки компьютерной томографии до сложной хирургии околоносовых пазух и показательную живую хирургию с разными клиническими вариантами, разными клиническими ситуациями, разным подходом к выполнению вмешательств, а также диссекцию с использованием биоматериала, которую провели на базе учебного центра компании Карл Шторц, любезно предоставивший нам и оборудование, и необходимый инструментарий. Ждем всех желающих и из нашей страны, и из ближнего зарубежья, разного профиля, разных специальностей врачей, и оториноларингологов, и нейрохирургов, челюстно-лицевых хирургов. Для всех данный курс будет полезен.